Во-первых, я всегда говорю, что плоха та дружба, которая, вернее, хороша та дружба, которая основана на бизнесе, и плох тот бизнес, который основан на дружбе. На самом деле, это серьезные контракты, которые позволят получить нашему государству достаточно серьезные финансовые ресурсы. И просто так отказываться от исполнения своих, кстати говоря, обязательств, потому что это кому-то не нравится, это недопустимо. Это во-первых. Во-вторых, мы очень серьезно потеряли в позициях на Ближнем Востоке. Я считаю, что начинать надо было не с Сирии, а с Ливии, с Ираком. И в этом случае наше присутствие в этом регионе – это очень серьезное политическое влияние. Причем Соединенные Штаты активно ведут борьбу за свое присутствие и дружественные отношения во многих странах. Я думаю, что наша страна должна занимать совершенно такую же позицию, как и Соединенные Штаты. И для нас сегодня Сирия, ну, наверное, это последний островок нашего влияния, который мы должны сохранить во что бы то ни стало. Поэтому не только поставлять в обязательном порядке, это не наступательное, это защитное вооружение, имеется в виду комплекс С-300, но и поддерживать другими политическими и в том числе и военными способами.